На прошлом видео вы собрали 3000 лайков всего лишь за один день. Давайте сегодня под этим роликом мы соберем 3000 лайков, и я сразу выпускаю для вас новенькое видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, также Димка, мы находимся в GTA 5, и это шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово, ребята! Итак, друзья, сегодня у нас с Димкой есть огромная гора, и в конце этой, ребят, горы у нас есть прыжок. И сегодня мы с Димкой будем на крутых тачках прыгать через всю карту GTA 5. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. И, друзья, у нас есть такие очень классные правила. Давайте я их вам расскажу. Мы спавним тачки рандомно, и на рандомных тачках мы прыгаем через всю карту GTA 5. Кто летает дальше, в каждом раунде зарабатывает 1 балл и имеет право сделать себе 3 тачки на выбор. Ребята, ставьте лайки, потому что это очень важно. С каждым лайком у нас появляется все больше и больше желания записывать для вас крутые ролики. Ну и, конечно, ребята, собираем 6000 лайков за один день под этим роликом, и я записываю для вас ролик с вебкой. Это, ребята, самое главное. Ну и, Диман, давай так. Мы с тобой делаем по одной реальной тачке, поэтому спавни себе рандомно одну реальную машину и посмотрим. И тебе достается Гелендваген, однако. Ничего себе. Тебе тачка прям очень крутая. Есть, выпала неплохо, друзья. И я делаю тоже себе одну тачку рандомно. Поехали. И это лого. Это Диабло, друзья. Интересно, она хорошая или плохая? Посмотрим, проверим. Итак, друзья, у нас первый раунд. Гелендваген против Ламборгини. И мы начинаем, друзья. Поехали, давай, Димон, погнали, догоняй. Итак, ребята, пока мы с Димкой стартуем, проверьте, подписаны ли вы на канал, потому что это очень важно. Лишь те, кто подписаны, получают уведомления о новеньких роликах. У меня скорость 680, я полетел. У меня 620. Реально? Ага, это да, хорошо, да, да. Потому что это далеко не самое лучшее Диабло. У нас их 3 штуки на серваке, и это Диабло, ну, хотя бы с балл мне принесла в этом раунде, это уже хорошо. Упал я, получается, здесь. А где же упал ты? Давайте пока посмотрим. Вот, а Димка упал прямо около перчика. Чили хаус. Неплохо, Димка припарковался. Это мой первый балл мне в карманы. И мы готовимся ко второму раунду. Давай, погнали. Итак, новенький раунд, и Димон, делай себе сейчас, получается, 2 тачки, потому что, ребята, кто летает дальше, делай себе 3. А кто, ага, это сейчас твоя первая тачка, это считается, да, это вроде бы корвет, а вторая, где твоя тачка, даже тебя не вижу, ты где, братишка? Хюндай. Хюндай, да, выбирай себе одну из двух, ты выбрал себе корвет, окей. Я, ребята, делаю себе 3 тачки, потому что я улетел дальше. И посмотрим, гелик, какой-то вроде как хороший гелик, это потом... Это Бронко, а третье Яма тачки. Все огромное. Будь то испытание, ну там, типа, с водой, или же, например, испытание с лестницей, было бы круто. Ну, ребята, я испытаю, разумеется, Гелендваген. Итак, друзья, это корвет и это Гелендваген. Будет весело и круто. Попробуем, поэтому, Диман, давай, мы с тобой стартуем. Поехали, посмотрим. Кто же. Что такое твое там летело? Какой-то спойлер, что ли, от тебя отлетел? Что по скорости? Это от меня. Рассказывай, Димон. 800, 900, 1000. 150, я врезался как-то. Ну, я полетел, просто что-то тебя не вынес, друзья. Ну, это хотя бы Яма я полетел. Да, можно было лучше, но если бы я, конечно, не цепанулся. Но. Но, тем не менее, неплохо. Я здесь вроде бы с Юрой снимал, и такие кулебиты я здесь крутил. Я аж прибал дел, да. Понял. И упал я вот здесь, друзья. Отлично, я пропарковался. А где упал ты, покажи. Ага, Димон упал. Вот, посмотри. Понятно, сюда. На своем любимом месте Димон упал, да. Окей. Ну, не это... моя любимая, но такое часто бывает. Часто посещаемая, там, я понял. Бал мне в карман, и мы идем дальше. Так, Димон, давай-ка ты себе делай 2 рандомные тачки, именно реальные. У тебя первое это Audi. По-моему, это хорошее. По-моему, да, и это тоже считается. Ты берешь себе Audi в итоге, да? Такая маленькая. Окей, я делаю себе 3 тачки. Поехали. Магнум? Братишка! Я понял пока. Это круто, это вторая Nissan и третья... Братан, все тачки обалденные, даже Nissan знаешь, неплохой. Знаешь, что я тебе скажу, меня Audi 800 сейчас разогнало. 800? Ну, да, то есть ты понимаешь, что... Да, это было бы хорошо, но, брат, у меня Магнум. Как мы знаем, Магнум такая тачка, которая вообще по барабану, что выпала сопернику, потому что он Магнум. Он просто Магнум, потому что он делает...
600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1000. Я врезался, бро, перепрыгиваю. Давай по новой. Давай, ребята. И я полетел вроде как неплохо. И, разумеется, я перелетаю тебя, я перелетаю вообще все, что можно, ребята. Да, это у нас жесть. Есть такое понятие, как экстрабал. Экстрабал — это тачка, которая улетает дальше всех за все раунды. И в конце этот экстрабал дает своему обладателю плюс 1 балл. Поэтому, Диман, я, в принципе, делаю новый экстрабал за сегодня. Да, который... еще и рикошет хороший. Да, побить, в принципе, друзья, его реально. На самом деле, потому что были тачки, которые и дальше улетали. Но я, короче, еще даже поехал по накату. Еду. Ну, короче, в принципе, я думаю, что можно по тормозам спокойненько прожимать. Отличненько. Ну, да, итак, я упал вот здесь, друзья. А где же у нас Димка? А Димка у нас был вот здесь пока. Прыгаем на Димку, а Димон упал прямо вот около кубов. Вот здесь, да, да, получается. Это тоже хорошо. Неплохо, вполне себе. И мы идем дальше. Давай, погнали. Ну что, мы продолжаем, дорогие друзья. Я делаю себе сейчас 3 тачки, а Димка только 2. Диман, спавни себе 2 машины какие-то прикольные на выбор там. Давай, я пока посмотрю. Лексус такой прикольненький. Какой-то, это да, прикольненький Лексус. И мини-купер, да. Так, я спавню себе 3 тачки. Поехали. Первая — это не считается военная техника. Мы, ребята, военные не считаем, да. Поэтому первая — это Гударки. Да, обалденно. А, вторая — это вот такая вот тачка. И третья — это Форсаж. Ребята, есть Форсаж, есть Volkswagen, есть BMW. Давайте выберем тачку. Итак, друзья, я взял себе BMW, а у Димана это получается Lexus. Поехали, спрыгнем, да, и посмотрим, погнали, кто же улетит дальше, я или ты. Мы пока разгоняемся, и, ну, по скорости вполне себе неплохо. 700, что по скорости? Слышишь? Димон, что по скорости? 730 было. Я в тебя врезался, ты как что-то было? Я не врезался, да, я перепрыгиваю. Да, я перепрыгиваю. Давай, друзья. И я полетел, скорость была 840 примерно. Я вылетел, и... у меня было 950 где-то. Да, слушай, ну, честно скажу, это как бы, ну, реально классный показатель. Но я упал вот таким вот образом, ребята. Я упал, сделал пару кульбитов и припарковался вот таким вот образом. А где же упал ты, покажи мне. А ты упал, вот здесь, посмотри. Вот здесь, да, друзья. Это, ты горишь, братишка. Я понимаю, ничего страшного, зато я поставил балл. Но это да, твой балл тебе в карман, и мы идем дальше. Номики раунд, номики и тачки. Димон, ты делаешь себе 3, я делаю себе 2, пока спавни себе. А тачки тебе первые... X5, хорошо. Еще у тебя 2, получается, машинки. Ну, когда у тебя первый X5, уже, по идее, дальше... особо, ну да. Выбирай, ты берешь X5, да, ребята, да. А я делаю себе лишь 2 машины. Поехали, первая — это вот такая. А вторая — это какой-то Макларен Сенна. Это надо, разумеется, ребята, испытать. Да, я беру его. Итак, это Сенна и BMW, братишка. Поехали, испытаем удачу. Давай, разгоняемся и, друзья, посмотрим, кто же полетит дальше, я или ты. Тогда 600, 700, 800, давай, 900, давай, 1000. Давай. Я, короче, ребята, вообще полетел максимально странно, честно говоря. Скорость была 1000, но полетел, как будто была скорость 600. Да, я... Короче, тачка цепляется днищем, поэтому такое бывает, Итак, я упал здесь, и ну-ка, а где упал ты? О, ты упал хорошо, на самом деле. Вот здесь упал Димка, это очень классный показатель, но хотя бы экстрабал пока мой дальше, поэтому упал за Димкой, мы идем дальше. Давай, погнали. Новый раунд, Диман, делай себе 3 тачки, давай посмотрим на твой классный дроп. Мерседес первый, меня, да, давай. Первый. Это не считается, на. А второй — это Honda, а третья тачка у тебя, ну-ка, это вот такой вот, брать. Это Lotus. Выбирай пока, я делаю себе 2 машины, и это первая у меня Альфа Ромео какой-то, вроде бы. А вторая тачка, друзья, у меня пока ничего не получаю, ну-ка, вот такой вот Drift Corch, друзья. Но я вот думаю, что либо Drift Corch, либо Альфа. Не знаю, ребят, давайте выберем. Ну что, ребята, поехали, подрифтим, короче говоря, да? Let's go, посмотрим, получится, не получится поехать как можно дальше на этой машинке или же нет. Так, разгоняемся. Ой, она уже у меня как-то плывет, малеха. Димон, что по скорости рассказывай? Так, 690, 600. 650, я вроде как ее удержал более-менее. И 630, 650 я полетел. Ууу!
отлично. Вроде как тебя же перегоняют. Да, вроде как я Димана перегоняю. Это у нас очень важно было, и я делаю красиво еще. Ого, даже залетел на эстакаду, прикиньте. Нормально получилось, да, по кайфу прямо, ребята. Окей, а ну-ка покажи, где же упал. А, ты буквально же, вот же, Диман буквально упал за углом. Вы представляете, очень близко упал Димка, то есть вот здесь. Да, друзья, это мы бал мне в карман, и нас в домике раунд впереди. Давай, поехали. Итак, друзья, новенькие раунды. Диман, ты у нас делаешь две тачки. Первая и вторая. Не, я его знаю, потому что он в раскраске обалденный. Такой красивенький прям такой, да, реально. Ну, да. Как будто новогодний, но больше какой-то армейский получается. И я делаю себе три тачки, друзья. И очень надеюсь на хорошую машину. А, так, это первая какой-то Range Rover. Такой вот Mustang и... Вот такой вот у меня комарик, друзья. Я думаю, что я возьму комара, скорее всего. Да, у тебя корвет, ребята, у меня комара. Ну и поехали, испытаем наши удачи в этом спуске. И мы разгоняемся. Поехали, давай, давай, Димон. Он хороший. Что, по скорости рассказывай, что там у тебя? 800, реально? 900. Офигеть, скорости, ты куда? Я врелся, но была 1000. О, 650, бро, так-то неплохо в целом, ну какие 1000? Как, ну хотя там, по идее, реально очень классный корвет, поэтому, да, бывает. Но я, в принципе, лечу, приземляюсь и падаю прямо вот таким вот образом, просто к облучку. Давайте пока посмотрим за Димкой. Я вылетел чисто. Да, ну-ка, давайте пока прыгаем в тачку к Димке. Диман летит, воу, ну слушай, хотя бы это не экстрабал, опять-таки. Экстрабал мой, но ты летишь круто, да, прямо к отелю, да, видимо, этому, и падаешь прямо в забор, бам, в бетонную плиту, и отлетаешь, еще делаешь красиво, здесь полурайды небольшие, и припарковался вот здесь, да. Окей, друзья, это балл за Димкой в этом испытании, в этом раунде, мы идем дальше. Так, ну ладно, ребят, опять-таки, новенький раунд, новенькие тачки, и так, это пока здесь лишняя машинка стоит, это пока мы ее не считаем, разумеется. Так, у тебя две тачки, а первая это Ford. Да, где-то я его видел уже. И Evolution, да. Выбирай, я пока делаю себе, что, друзья, три. А, точно, у тебя же три, да. Третью делаю пока себе, да. У тебя третья, вот такой вот Mercedes, да. Выбирай, я пока сделаю себе две машины, друзья. Поехали, первая это, ну-ка, вот такой вот, это Maserati какой-то прям гоночный, заряженный. А вторая это не считается GTA-шная, ребята, машинка. И давай, ну, Камара, ребята, Камара и Мазерати, давайте выберем. Я, конечно, возьму Мазерати, потому что машинка побыстрее. И у нас с тобой такие тачки, знаешь, чем-то похожи, так издалека, только разного времени машины. Ну и поехали, посмотрим, насколько тачка будет летающая. Разгоняемся, что по скорости, Димка, рассказывай, у меня, в принципе, 640. 680 у меня 660, я полетел и надеюсь на классные рикошетики, потому что Димка был быстрее, да, меня? Давай. Давай. Прилетаю. Тоже. Рикошет! Да! Да, рикошет! Повезло. Просто повезло благодаря просто рикошету, туда, друзья. Бы. Вот это я понимаю, просто везение на уровне. Да, это мой балл. Это балл мне в карманчик в этом раунде. И мы идем дальше. Let's go! Давай, погнали! Получается, Димка делает себе две, а я делаю себе три. Ну и Диман делает себе первым две тачки какие-то прикольные. Давай, смотрим. Ждем. Велик не считается, разумеется, да, поэтому... Феррари Где я? А, первая Фира и... прикольненько, надо было брать Самару, бро. Самара пикап. Не, спасибо. Так, я делаю себе три тачки, ребята. Поехали. Первая, какой-то Гетер. Какой-то Гетер, по идее, неплохой. А вторая, это тачка из Форсажа. Ребята, из какого Форсажа в комментариях? Пишите. И еще это E59, которая цепляется, к сожалению. Ну, в принципе, три тачки есть, давайте выберем. Ну, друзья, я долго не думаю. Беру тачку из Форсажа, потому что здесь сзади есть два баллона нитро. Димки в Феррари, Диман, стартуя с тобой. Ну, тачки давай прям вообще крутые, поехали. Поэтому желаю тебе удачи. Мы стартуем, друзья, поехали. Так, 500. 600.
700? 600. 800? 900? Нормально? 1000? 1000! 670. Ну и я полетел, друзья. Это очень был классный прыжок. Я завис на секунду, я отвис. Что было сейчас вообще? Я испугался, думал, минус игра сейчас была бы. Чё? Ну, лечу я, однако. Слушай, на самом деле, это классный прыжок. А ну-ка, будет ли рикошетик? И еще давайте пока посмотрим. Прямо в дерево попался я и встал. Ну-ка, окей, я припарковался здесь, а Димон раньше меня. То есть, давайте пока прыгнем к нему. И это вот на магистрали. То есть, вот здесь. Да, друзья, неплохо. Да, это неплохо. Мой балл мне в карманы. Мы идем дальше. Давай, погнали. Ладно, дорогие друзья. Две тачки у меня, поэтому... три тачки у меня, у Димки две. Диман, лети сюда, мой хорошенький. Я спавни себе давай, две поехали. Тачки. Давай, спавни себе две крутые машины. О, Порше, по идее, неплохо. Так, и еще одна у тебя машина. Маслкар, да? Окей, друзья, я делаю себе три тачки. Поехали, это первое не считается. Это ГТАшная. Это считается, да? Это считается или что это? Это AMC, да, это считается. Мустанг вторая и третья. Тоже ну-ка, неплохо. Что-нибудь хорошенькое. Пожалуйста, это GTA-шно не считается. Байки не считаются. Не считается, ну... Считается, Феррари, ребята. Феррари и вот еще две машины. Давайте пока выберем самую лучшую. Знаете что, я возьму эту тачку. Да, я хочу ее испытать. У тебя это масл кар, у меня такая типа тоже старенькая тачка. Ну и поехали посмотрим, кто же из нас улетит дальше в этом раунде. Разгоняемся. Ну, по скорости, в принципе, как бы... 680, бро, я полетел. Ну, ты быстрее меня, да? Я так понимаю, что был. У тебя было 700, ну, сколько? Бы, да, я 700, да, 700. И да. Ну, с чем-то там 60. Конечно, вроде. Я делал уже пару таких маневров, если делать классный рикошет. Бывало, что перелетал здание, но это сейчас не получилось. Я просто припарковался вот, получается, здесь. Ну-ка, а ты упал реально очень вот близко, здесь. То есть вот здесь. Вау, что это? Чё? Понял, окей. Ты упал, получается, здесь. А что здесь моя машина делает? А, окей, не странности. Знаю, ну да, Диман был дальше, потом пал за Димкой. Впереди последний решающий раунд. Давай, погнали, попробуем. Последний решающий раунд, и я делаю себе сейчас. Ого, тут прям хорошая же, да, по идее, тачка у тебя. Вторая вот такая, а третья, покажи мне, вот такая, да. Возьму его. Ну, бери его, друзья, я делаю себе две тачки, поехали. Первая это Audi, какая-то, по идее, неплохая, однако. И еще одна у меня тачка, ребята, ну-ка, дай-ка мне рандом хорошую машину, ну-ка, Skyline. Значит, я думаю, я возьму Audi, скорее всего, да. Audi, думаю, что будет неплохо реально, поэтому я беру ее. Йо, это Audi против маслкара, ребята. Поехали, let's go. Давай мы попробуем. Стартуем, поехали. Посмотрим, кто же уедет дальше. Так, 400, 500, 600, 700, братишка. Нормально, 700. 600, давай. 820, я полетел. Конечно, потеряла скорость, но вроде как неплохо. Да, окей, друзья, я лечу на кубы и даже чуть дальше. Отличненько, в конце я балл свой зарабатываю. Знаешь что, возможно, ты зря не взял Porsche, так кажется, на самом деле, потому что Porsche, думаешь, возможно, ну, было да, бы неплохо, да. Да. Окей, ребята, ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачки и всем пока. Всем пока, ребят.